Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 4. Ух ты, у нас навык открылся. У нас что? Уменьшен от взрыва, так, увеличена скорость обезвреживания. Ну, давайте обезвреживание возьмем. Так, продолжаем. Это у нас крепость Алагры. О, крепость Алагры. Больше похоже на дамбу какую-то. Джови Фьорини. Название этого городка теперь навеки связано с разгромом партизан Алагры. Они мужественно сражались, но у них не было ни малейшего шанса выстоять. Откуда? Они угодили в ловушку. Я не смог найти Софию, ангела, в этой мясорубке. Но многие тела обгорели до неузнаваемости. Однако партизаны отдали жизни не зря. Пожертвовав собой, они помогли нам добыть необходимые разведданные. Бем знает об операции «Лавина», плане союзников по захвату итальянского полуострова. Если враг атакует флот, последствия будут катастрофическими. Нацисты еще сильнее стиснут Европу в тиски, выдавят из нее дух. Но это еще не все. Важная деталь. Корабль «Энкон» — это плавучий штаб операции «Лавина». А значит, основная мишень — главнокомандующий союзных сил. Бем намерен убить генерала Эйзенхауэра. Ракета будет запущена с базы нацистов в горах Алагры. После разгрома партизан только бандиты Динелли могут обеспечить мне безопасный проход через горы. Уивер готовит бомбардировку, но сигнал к ней должен подать я. Может, мне удастся узнать, какие у немцев планы насчет новых игрушек и как можно больше поломать в процессе. Задача формулируется просто. Не дать врагу применить ракеты. Ну что ж, прекрасно, прекрасно. Не дать применить ракеты. Будем изо всех сил, значит, уничтожать врага. Бить его всеми доступными способами. Господи, а что у меня? Другого пути не было. Полегче-то. Все, полдня отдыхай. Ты там ничего карабкался-то. Так, сначала посмотримся. Мы здесь. Ну, у нас прямая. У нас прямая происходит. Так, сзади ничего нету. Ладно. Здесь у нас есть что-то. Здесь у нас вроде как ничего и нету. Ладно. Еще разок. А там еще разок. Вражеское логово. Нужно найти вход. Холодно вам. Где? Так. Ой-о. Да тут кто-то должен быть на мосту-то, да, я даже по карте вижу его. Где-то здесь. Вот он. Ходит. Гуляет. Спрашивается, что гулять-то? Холодно. Дома сиди. Так.
Ой-ой-ой, вас там еще много. Ну куда-то вы? Мы с Тамарой ходим парой. Нет, так не надо, чтобы выходили парой. Не надо, чтобы выходили по отдельности. Так. Входа в бункер его прикрывают. Тот за вентиляционной шахтой, думаю, что да, сэр. Ага, рад слышать. Мы не хотим, чтобы что-то помешало запуску. Понял, сэр. Понятно. За вентиляционной шахтой. Ну давай. Падла. Раз, два, блин, там где-то еще. А у меня показано, нет? Куда грузовички-то ушли? Ничего не показано. Молодец, иди сюда. Мне сначала надо вот здесь место зачистить. Вот там под мостом, да, можно пробежать по ней. Я так думаю. Опаньки. Кто-то меня видел, что ли? А, вон. Думаю, я собрал все, что мог. Так, ладно. Давай. Ты же сейчас тоже должен идти, по идее. Спокойно. Оп. Мясо. Здесь больше нечего искать. Так, здесь где-то что-то можно взять, да? Ага. Опаньки. Хорошо, давай пойдем тебя с другого края. Вот что ты оружие-то взял? Кому ты здесь нужен? Это мне очень пригодится. Так. Нет, не надо, не надо. Но. Ну где ты, блин? Блин, вот как так-то? Козел поменял пистолет. Оп, оп. Перерезал горлышко. Ты, надеюсь, не придешь ко мне? Вот и все. Так, все это здесь взял. В мусорке покопались. Нашли растяжку. Оп. Опаньки, опаньки. Тихо, тихо, тихо.
Кажется, собрал тут все полезное. Так, пистолет у нас, чтобы при мне остался. Что у нас остается? У нас остается один единственный, да? Замечательно. Больше ничего не найти. Так. Теперь устроим диверсию вот здесь. Нет, нет, нет. Все, если что, грузовики встрянут здесь, и пусть они стоят. Ай-яй-яй, радист. Пусть солдатики бегают. Ладно, бог с вами. Так, меня заметили, ничего страшного. Нет. Нет, так не пойдет. Так, а я где? Жопку-то прострелил. Да как так-то? Он же меня ракетчик, значит. Все, отракетчился. Мост снят. Когда не надо. Так. Выстрел в глаз. Ладно, вы пока меня там ищите, а я пойду. Меня кто-то видит? Ничего себе. А все, всех перебил. Можно идти смотреть. Так. Кто тут трупы таскал?
Ну ни хрена себе, вот тебе и спасибо. Я даже не знаю, что здесь у нас. А, тоже можно было пройти. Ахтунг Минен. Так, а я не понял, а эти-то где? Я их подбил-то где? Ну, собираем. Оп. Это мне очень пригодится. Оп. Джекпот. Обираем. Ну, обирай. Твою ж мать-то. Ты на мини еще залег, падла. Пригодится. Я думаю, это свинство. Да, я ж вроде разминировал. Не подошел так близко-то. Ладно, будем на расстоянии минировать. Разминировать, то есть. Так, вот мы. Полезная штука. Сколько-то взяли. Так. Это мне очень пригодится. Нифига. Да блин. Это мне очень пригодится. Так, неохота, блин. Думаю, я собрал все, что мог. Да нет. Давай посмотрим, что ты собрал. Так, эти собрал, это есть, это есть, бинты остались. Ну, еще выпрыгивающая одна. Ну давай, вот. Разминируем вот это. И вот это. Да где ты? Я тебя не вижу. Так можно будет проникнуть незаметно. Да, так будет незаметно. Вы пока здесь будьте. Куда ты вот машешь руками? Кого ты хочешь позвать? Ну ладно. Я пока в безопасности. Что я могу здесь взять? Давайте обыщем трупы. Больше ничего. Есть ли машины? О, это бумагу взял. Теперь вот этих идиотов давайте посмотрим. Ну, тут тоже где-то можно было подняться. Вот колючей проволоки нету. Я один за камушком.
которые ракеты подавал там. Ракетчик тоже мне. Больше ничего не найти. На. Ну. Ну неплохо. Все, меняем позицию. О, вот эту хрень тогда нам взорвать надо будет. Проблематично. Как бы она к себе подпустила бы еще, было бы вообще замечательно. Здравствуйте. Где вы там? Люди. Так, а я здесь был? Нет, здесь я не был. Да нет, не был. Ой, мне отсюда еще выманивать их. Так, здесь я нигде же залезть не могу, да? Сверху только не спали меня. Вы меня не видели, я вас не видел. Нечего искать. Вот так. И там кто-то лазит, и тут кто-то лазит. Чё? Нету. Давай. Где ты? Спрятался, падла. Ну. На. Зарезал.
А теперь обшмонаем, посмотрим, что у тебя есть. Вот и все. Неплохо, неплохо. Я все богатею и богатею. Патроны, патроны. Это очень даже хорошо. Патроны нам пригодятся. Так, а где я убил-то? Так, одного там. А, там еще. А здесь вас двое лежит. Забываю, блин. Тут вот больше такое. Ничего нет. О, бинт. Наконец-то хоть один попался. Так. Где-то здесь я тебя пристрелил. Может пригодиться. Динамит он раз... О, у меня ракетница одна есть. У меня есть одна ракетница. Так, и теперь надо... Думаю, я собрал все, что мог. Еще динамит я не кину случайно куда-нибудь. Вот сюда. Нет? А то у меня как-то на динамит переключилось. Не хотелось бы лишаться динамита. Кто где меня там смотрит? Вопрос, конечно, интересный и очень даже нужный. О, что-то взял. Что-то подобрал. Как бы дали указание на базу для бомбардировки. Здесь где-то должен быть топливный завод. Это может пригодиться. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. И увидимся в следующей серии. Пока!